Жертвами сирийского конфликта в последние три недели становятся не менее 230 человек ежедневно, утверждает базирующийся в Лондоне наблюдательный совет по правам человека в Сирии. По данным правозащитников, около 5000 человек погибли в этой стране за период с 22 января. Около трети из них – мирные жители. Такого числа погибших за аналогичный промежуток времени в период сирийского кризиса никогда не было. Наблюдатели объясняют это тем, что как правительственная армия, так и повстанцы стремятся взять под свой контроль как можно больше территории, чтобы с более выгодных позиций вести переговоры в Женеве. Четвертый день второго раунда встречи начинается здесь сегодня при отсутствии какого-либо прогресса. Стороны по-прежнему расходятся в видении того, с чего начинать предметный диалог. Оппозиция настаивает на создании переходного правительства, а власти Дамаска на борьбе с терроризмом.